Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор Ванситон Макс Амина. Этот комплекс предназначен для тех, кто хочет увеличить мышечную массу. Также он помогает стать мышцам выносливыми, особенно при силовых нагрузках. В нем содержатся такие аминокислоты, как L-валин, L-лейцин и L-изолейцин. Они необходимы для спортсменов, особенно те, которые хотят накачать мышцы более большими. Они состоят 20% белков, как раз так, как и состоят наши мышцы. L-глютамин, он необходим организму прежде всего, когда организм испытывает стресс. Он повышает выносливость и иммунитет, а также стимулирует синтез белка и также оказывает антикатаболический эффект. Увеличивает энергетический ресурс. L-аргинин – это аминокислота, которая является важнейшим компонентом обмена веществ в мышечной ткани. Увеличивает пропускную способность кровеносных сосудов, повышая тем самым снабжение мышц кислородом и питательными веществами. Калий-ортат и рибоксин стимулируют биосинтез нуклеиновых кислот, через которые осуществляется биосинтез белка мышечной ткани. Рибоксин является мощным кардиопротектором, эффективно защищает сердечную мышцу от стрессовых повреждений при интенсивных физических нагрузках. А витамин В6 участвует в метаболизме аминокислот, а главное, он усиливает анаболические и антикатаболические действия веществ, входящих в состав продукта. Я покажу более ближе. Вот такая бутылочка, 150 капсул, поставщик Украина. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!